Городская власть не удовлетворена работой горуправления по вопросам экологии. Уже месяц в мэрию поступают жалобы от запорожцев. Если причина повышенной загрязненности не будет установлена в ближайшее время, возможно, в экологических структурах пройдут кадровые перестановки. Больше месяца на телефон дежурного горисполкома поступают жалобы от запорожцев на повышенную загазованность центральной части города и Коммунарского района. Муниципалитетом были инициированы дополнительные исследования и замеры загазованности. Правда, результат пока не удовлетворительный. В связи с обращениями граждан по вопросу загрязнения атмосферного воздуха было подготовлено обращение городского совета в городскую санэпидемслужбу с просьбой провести комплекс дополнительных исследований атмосферного воздуха в центральной части города, а также в Коммунарском районе под факелом выбросов промпредприятий соответствующего промышленного узла. Лев Анатольевич, я хочу вам высказать свою позицию. Я вважаю, что то, что я почув, это незадовольна работа вашего підрозділу. Вже месяц до черговых служб надходят скарги мешканців міста Запоріжжя на дуже суттєве погіршення повітря. Це вже це не одноразово, що воно десь виникло і потім зникло. Це більше місяця. Идеи люди просто звонят и питают, когда перестанут травить нас. Все проверки, которые проводились, по словам городского головы, должны были быть инициированы непосредственно управлением. По факту же вышло, горсовет просил управление их провести. После получения информации от Запорожской ГОРСЭС и Государственной экологической инспекции в Запорожской области, общественность и депутатский корпус городского совета будут информированы о результатах проведенных исследований атмосферного воздуха, дополнительных исследований и о результатах проверок самих предприятий. Ви за місяць так і не змогли знайти джерело вигнання цих запахів. Це говорить про те, що в нас є серйозні недоліки в системі моніторингу і в системі контролю. Якщо ви не відреагуєте відповідним чином разом з іншими інспекторами, то тоді нам треба ставити питання про заміну і вас, і всіх керівників тих інспекцій, які займаються відповідними питаннями. В ближайшее время должны быть оглашены первые полные результаты проверок.